Артем Зуев, игрок сборной России. Артем, сокрушительная победа над Перу. Расскажи, как прошло, как удалось? Выполняли просто тренерскую задачу. Считаю, что все справились. Играли на контроль, на удержание мяча. Не удалось тебе забить. Что случилось? Ну, где-то, видимо, чуть не доработал, чего-то не хватило. Надеюсь, в следующий раз забью. Следующая игра с США, насколько я понимаю, первая игра в плей-офф. Какие ожидания от соперника? Уже смотрели игру, готовились? Соперник очень крепкий. Сегодня будем отдельно готовиться на теории с тренерами. Они нам будут объяснять, как правильно играть. Ожидания одни, надеемся выиграть. Ты уже видел, наверное, многие здесь команды. Кто для тебя сейчас является главным фаворитом турнира? Ну, на мой взгляд, мне кажется, Франция. Спасибо большое. Вам завтра удачи. Спасибо.